Частенько в улове спиннингистов, и не только спиннингистов, встречается окунь. Но не такой. Подобных этому можно и отпустить. Окунь, надо сказать, очень вкусная рыба, особенно в жареном виде. Но вот чистить его... Поэтому я вам сейчас предложу один способ, как можно без проблем почистить окунь. Для этого нам понадобится консервная крышка, гвоздь, молоток и пассатижи. Да, ну еще ножницы. Берем крышку и загибаем у нее края. Получается где-то вот такая вот формочка. Гвоздем пробиваем десятка три отверстий. Получается вот такая конструкция. Наши пальцы прекрасно защищены. Для начала срезаем все колючие плавнички. И приступаем непосредственно к чистке. Все, рыба почищена. Таким образом можно чистить любую рыбу, не только окуня. Быстро и без проблем.